Тоже у нас. Здравствуйте. У вас есть пирожки с мясом? Нету, у нас только есть картошка, будете? Я не хочу с картошкой, мне нужен беляш. Беляш. Но у нас нету беляшов, мы можем вам предложить самсу. Какую самсу? Я хочу беляш. 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 Здравствуйте, я администратор. Что вы хотите? Беляш хочу, я беляш. Я же сказала, у нас нет беляшей, мы только можем дать пирожок с картошкой. Ты когда уже успокоишься? Я вот хотела, например, знаешь что? Что же я хотела? Вы хотели тоже беляш. Вы же сказали, у вас нет беляшей. Я администратор, я ничего не пойму. Ой, все, я ухожу, я увольняюсь с этой гадкой, гадкой работы. Я сейчас хочу беляш, я очень нервная, хочу беляш. Мама, ты уже скоро, а? Мам, успокойся. Мам, понимаешь? Пошли, я дома тебе спеку беляш, мам. Здравствуйте, я администратор, что с вашей матерью? Ой, не могу я с этой работы, я ухожу, ухожу. Беляш, беляш, беляш. Кит, ты маму мал? А тата мал? А брата мал? Булатина кругленька, кусь-кусь і вже маленька, і патиця униз, це повний тіногриз. Візьму смартфон крутезний, і тілік величезний, бо у Фокстрот ціна, кусь-кусь і вже мала. До спеки готова, купила кондиціонер у Фокстрот. Ціна казкова. Плачу поступово, просто кул. Купуй кондиціонери у Фокстрот. Зроби собі кульно. Величезний вибір холодильників. Звичайно ж, Фокстрот. Вау! Вау! Оце лав! Купити! І влізло все. Фокстрот. Вибір холодильників просто лав.